Друзья, привет! Меня зовут Александра, я менеджер по продажам туристического агентства «Курорт Эксперт». Мы находимся в городе Ессентуки, а именно в санатории «Виктория», для того, чтобы узнать о нем всю интересную информацию. Ессентуки – это экологически чистый город без промышленности, который загрязняет воздух и воду. Красивые деревья и кустарники, изумительные по своему оформлению цветочные клумбы. Среди всего этого великолепия расположены корпуса одной из самых крупных здравниц. Санаторий «Виктория» – это отдых и лечение в одном из лидеров медицинских услуг на Кавказских минеральных водах. Санаторий аккредитован по высшей категории, имеет сертификаты и лицензию по 87 видам медицинской деятельности. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Гринько Нина Николаевна. Я директор базового санатория «Виктория». Вот, расскажите нам немного о санатории. Базовый санаторий «Виктория» – крупнейшая здравница Кавказских минеральных вод с мощной лечебно-диагностической базой, собственной водолечебницей и тремя питьевыми галереями. Виктория единовременно может принять на отдых и лечение до 1500 отдыхающих. За многие годы Виктория накопила такой огромный опыт гостеприимства и лечения заболеваний, который может удовлетворить самого капризного отдыхающего. Лечебно-диагностическая база Виктории позволяет предложить нашим гостям не только традиционное для курорта бальнеогрязи лечение в виде всевозможных ванн, ингаляции, орошений, души, но и новейшие достижения лечебной и восстановительной медицины. В нашем санатории можно пройти профилактику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и лор-органов, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем, гинекологических и урологических заболеваний. Виктория приглашает на раннее послеоперационное долечивание язвенной и желчекаменной болезни, восстановительное лечение пациентов с сахарным диабетом и профессиональными заболеваниями. Почему именно минеральные воды являются важнейшим фактором при лечении? Хороший вопрос. Мы, конечно, гордимся своими питьевыми галереями, потому что именно минеральные воды создают всемирную известность ессентукскому курорту. Попадая в пищеварительный тракт, минеральная вода Ессентуки-4, 17, Ессентуки-новая или Буровая-1 вызывает различные лечебные эффекты. Иммунорегулирующие, спазмолитические, секретостимулирующие, кислоторегулирующие, противовоспалительные, метаболические, желчегонные, панкреорегулирующие, прокинетические. По химическому составу и физическим свойствам минеральная вода представляет собой своеобразный сложный организм. Ее надо пить не торопясь, малыми глотками. Важными целебными факторами при питьевом лечении является прогулка и температура минеральной воды. На базе санатория функционирует косметологический центр, поэтому при желании лечение в санатории можно дополнить различными процедурами современной косметологии. Парк санатория «Виктория» – это раздолье для семейного отдыха, это возможность релаксации для людей пожилого возраста, аэрофита, музыка, ландшафтотерапия. И, наконец, это эстетическое наслаждение архитектурными формами, фонтанами и буйством растительности, который всегда богат наш дендрологический парк. Наш трудовой коллектив, а это не только медицинские работники, это и садовая бригада, и работники пищеблоков, и команда, создающая досуг наших гостей, и многие другие, всего около 1000 человек, постоянно работает над повышением своих профессиональных навыков и уровня обслуживания, улучшения инфраструктуры. Ведь, как известно, лучший отдых там, где отдыхает не только тело, но и душа. А какие документы необходимы при заезде в санаторий? При заезде в санаторий обязательно нужно иметь на взрослого паспорт.
либо на ребенка свидетельство о рождении. Обязательно для взрослого санаторно-курортную карту, а для ребенка справку об ОПИД-окружении. Ну и, конечно, хорошее настроение. А есть ли какая-нибудь развлекательная программа для отдыхающих? Да, конечно. Наш коллектив трудится ежедневно над досугом наших отдыхающих. Мы предлагаем ежедневные развлекательные программы для взрослых, для детей. Мы имеем спортивный городок. Ну и, конечно, это увлекательные экскурсии по городам Кавказских минеральных вод. Для отдыха и лечения родителей с детьми развернут один спальный корпус для матери и ребенка, три спальных корпуса, предназначенных для взрослой категории отдыхающих. Номера в санатории делятся на одноместные и двухместные. Есть номера первой и второй категории, а также люкс и апартаменты. Учебный плавательный комплекс санатория представлен крытым бассейном с каскадным душем размером 8 на 12 метров. Благодаря ему водные процедуры благотворно сказываются на здоровье отдыхающих, укрепляют иммунную систему, восстанавливают физические силы и омолаживают кожу. Наш экскурс подошел к концу, а мы побывали в санатории «Виктория» города Ессентуки. Надеюсь, данная информация будет вам полезной. С вами была менеджер по продажам туристического агентства «Курорт Эксперт» Александра. Хорошего вам отдыха! Бронируйте путевку в санаторий «Виктория» города Ессентуки онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру.